Максим Орлов, водитель роты боевого и материально-технического обеспечения войсковой части 5526. Готовить свою машину к техническому осмотру он начал еще с марта текущего года. Именно тогда был объявлен перевод техники на весенне-летний период. Несмотря на то, что к техосмотру рядовой подготовился основательно, машина ухожена и технически исправна, свое волнение перед ответственным событием молодой человек не скрывает. Тревожно, естественно, это мой первый техосмотр в военной части. Это намного ответственнее, чем простой гражданский. Поэтому тревожно, тревожно. Но будем надеяться, что все будет отлично. Автомобильный парк – одна из немаловажных составляющих службы всех внутренних войск нашей страны. Техника Брестской войсковой части 5526 не исключение. Поэтому соответствует требованиям, первостепенная задача, выполнение которой – обеспечить порядок на улицах и безопасность на дорогах при осуществлении боевых заданий. Обновление автопарка играет в этом плане не последнюю роль. Обновление парка у нас в этом году, согласно развитию внутренних войск, получены 3 единицы техники 2010 года для перевозки личного состава. Они оборудованы всем, и кондиционер, и климат, и тепло, когда и тепло, и жарко, для личного состава все предусмотрено, чтобы личный состав, когда ехал, и мог и отдыхать, все остальное. Второй этап технического осмотра пройдет осенью. В октябре проверке подвергнутся транспортные средства для перевозки личного состава и опасных грузов. Завершит процедуру подведения итогов первого и второго этапов, в результате которого будет выставлена общая оценка по техническому состоянию и содержанию автомобилей войсковой части 5526.